В моей семье стручковая фасоль пользуется большой популярностью, чаще всего я готовлю жареную зеленую фасоль с сухариками. Лучший рецепт вкуснейшей фасоли. Недавно решила поэкспериментировать и нашла один интересный рецепт, как приготовить стручковую фасоль с мясом. Получилось очень сытно и вкусно. К такому блюду в принципе уже не нужно никаких гарниров. Можете попробовать добавить в рецепт зеленый горошек или морковь. Также можете добавлять любимые специи. Зеленую фасоль отварите в подсоленной воде, затем отбросьте на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте сладкий перец с паприкой, затем добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Затем добавьте фарш и тушите пару минут. Когда мясо приготовится, добавьте томатное пюре и нарезанный любисток, приправьте солью и перцем по вкусу. Тушите блюдо в течение 10 минут, если нужно, добавьте немного воды. К готовому мясу добавьте фасоль и готовьте еще минут 5. Перед подачей посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью петрушки. Приятного аппетита!